Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш замечательный курс. Несколько занятий у нас не состоялись по вполне уважительным причинам. Вот, начиная с прошлого года. Одно выпало на Моцей Рош ха-Шана, и нам было не до этого, и начиналось, кроме того, постгидалия. Второе выпало на начало непосредственно Йом-Кипура. Вот, а сегодня Моцей Йом-Товшени Шель Галуйот, праздника Суккот. И я снова рад вас приветствовать и поздравить вас с Новым годом, пожелать вам всего наилучшего, в том числе успехов в нашем благородном деле. Вот, и я думаю сегодня разобрать отрывки, которые читают в синагогах на праздник Суккот. Значит, уважаемые товарищи, я открыт вашим пожеланиям и замечаниям. Если у вас есть желание какие-то тексты из того, что мы читали вот в эти замечательные дни, пройти, ну, например, Сефер Йона, почему бы и нет, или какие-то части молитв, или какие-то вопросы у вас есть по ивриту, который в синагогах звучал или должен был звучать. Вот, милости просим, задавайте мне вопросы. Я, как вы видите, веду занятие из суки. Вот, я надеюсь, видно ее потолок. Так, вот. Вот как красиво все это выглядит. Симпатичная. Ну, я старался. Я тоже ничего, правда? Не слышу комплиментов. Ну, это так, вообще да. Не обсуждается, разумеется. Конечно. Ну, это вообще не обсуждается. Вас очень приятно слушать. Очень приятно вас слушать. Спасибо, спасибо. Так, и, наверное, на этом, почему я сейчас заказал комплимент, я отключаю видео, потому что он тянет много интернета, и мы с вами сконцентрируемся на тексте. Вот, сейчас я покажу вам текст, который я приготовил. Ну, как обычно, если, может быть, кто-то не знает, я использую, значит, я ставлю подготовленные файлы на нашу группу в интернете, вот, и стараюсь их демонстрировать на экране. Значит, вот он текст, вот он текст. Это отрывок. Видно текст, да? Или нет, не видно? Нет, пожалуй, видно. Видно текст. Видно, да, видно, видно, видно. А меня не видно, да? Нет, видно, тоже видно. Видно. Так, я себя отключаю, чтобы не тянуть интернет. Так, а как я себя отключаю? Подожди, как ты отключаешь видео? Как я отключаю? Да, отключи, остановить видео. Во, все понял. Все понял, понял, да. Понятно. Ну так. Так. Угу. А текст пропал куда-то опять. Как текст пропал? Вот да, ты остановил шер, сделай плиз снова. Так, хорошо, сделаю шер. Так. Так. Что я должен сделать? Включить видео? Это будет... Зеленая это... кнопка. Это буду я. Демонстрация экрана. Вот она. Так, хорошо. Сбой актив. Так. Ну, хорошо. Так, видно текст? Да, но ты снова включил видео. Опять видно меня, ё-моё. Выйдем, запустим. Нет, просто нажми на, где у тебя на старт видео, нажми на него, чтобы он был перечеркнут красной стрелкой, тогда у тебя кончится видео. Вот так, да? Не совсем. Совсем, опять не то, да? Так, что мы сейчас... Ну, хорошо. Мамшихим, мамшихим, анахну мамшихим. Без раташе мамшихим. Так, манахну руим. А это... Анахну руим этот экран, я не знаю, как будет экран. Масах. Рейк, пустой? Нет, масах и текст. Текст в плану анахну кен руим? Кен руим. Так, ну ладно, я не знаю, в тем это подойдет или нет, я все-таки продолжу на более знакомом обществу языке. Это да, нет, конечно, 100%. Ага, а дальше посмотрим. Итак, вот это сочетание мелехет авуда иногда переводится... Никакой трудной работы не делайте, но смысл здесь в том, что запрещена не вся мелаха, не все 39 видов работы, а разрешено переносить вещи и разрешено готовить, но готовить только ровно столько, сколько нужно на этот день. Вот, так что мелехет авуда, да, хоть это кажется
тавтологией, повторением и Малаха, и Авуда. Обычно переводятся одним и тем же словом, да? Хотя мы с вами сказали, что смысл здесь немножко разный, да? Вот это сочетание означает конкретно, что запрещено почти то же самое, что в субботу, но разрешено переносить вещи и разрешено готовить от горящего огня. Значит, не делайте вот такую работу. Дальше. Шив ат ямим, 7 дней, такриву, то есть приносите жертвы, корбан – это жертвоприношение, так, ише, слово ише, хоть оно и пишется, как будто оно однокоренное слово иш или иша, да, оно однокоренное слово эш, что означает огонь. Слово ише – это огнепалимая жертва, так, то есть жертвы, части которых сжигаются на жертвеннике. Ла Хашем, для Бога. Бьем ха шмини в день седьмой, восьмой. Как в день седьмой? Восьмой. Мы только прочитали, что праздник длится 7 дней. Да? Дело в том, что восьмой день – это отдельный праздник. Да? Микро кодеш и елахем. Священное собрание, созывание будет у вас. В гикравтем и шелашем. И снова приносите огнепалимые жертвы для Бога. Ацерет. Слово ацерет я выделил вам, я выписал его в словарь. Слово ацерет, ну давайте посмотрим. Так, давайте сделаем вот что. У нас ведь есть чат, правда? Конечно. Сейчас я попробую что-нибудь такое начатить. Что-то у меня слова не открывается. Просто у меня самого не открывается словарь. А ведь он есть. Ну, тормозит компьютер. Так, хорошо, давайте сделаем так. Я ставлю в чат, пытаюсь поставить все, а вот сколько влезет, столько влезет. Так, Ctrl-C. Угу. Чат. Заодно я посмотрю, не начатили ли мне участники. Угу. Нет, пока ничего. Не ставится. Да. Так, экран показывает по-прежнему текст. Ой-ой-ой-ой. Он ставит не то. Хорошо, сейчас. Тебе надо, попробую, если хочешь, тебе надо выйти и войти слегка. Теперь это такая система. Надо нажать. Куда выйти, выйти? Надо нажать, если ты хочешь показывать другой документ, тебе нажать надо стоп, остановить демонстрацию и начать снова. Да, я это знаю. Нет, я пытаюсь другое сделать. А, окей. Я пытаюсь просто в чат поставить ту информацию, которая у меня уже есть. Угу. Так. Угу. Ну ладно, давайте. Так, тоже не то. Давайте. Так, вот он, словарь Ксукот. Я делаю Ctrl-C. Так. И теперь я должен снова... Угу. Так, снова выйти в чат. Чат. Так, ну попробуем вот так. Да, видно. Что-то получили? Да. Прекрасно. Получили с чата. Ну, давайте я покажу вам словарь. Еще раз вам говорю, что он стоит, так, что-то не то, демонстрация. Я запустил демонстрацию экрана, что это значит? Все отлично, продолжай дальше. Так, я хотел словарь вам показать, то есть сделать новую демонстрацию, да? Ну, словарь, который ты вклеил в чате, мы его видим. Это я вклеил в чате, а вот на экране показать словарь я могу? Можешь, но если это опять, если это другой документ, тебе надо закончить демонстрацию, включить демонстрацию, выбрав окно так. С документа. Так, может, не надо, мы в чате видим слова. Ну, по-моему, ладно, может народ быть, да, может быть, не зачем? Надо. Давайте не будем отвлекаться. Да. Знать, сколько времени. Хорошо, я хотел вам сказать про слово «ацерет». Ну вот, словарь дает современное значение «митинг». Или массовый митинг, да, но кроме того, основное значение, точнее, грамматическое основное значение происходит от слова «ацар». Тот, кто ездил израильским автобусом, наверное, знает, что если не сообщить водителю, что ты выходишь на следующей остановке, и на этой остановке людей нет, да,
автобус может спокойно мимо остановки проехать. Поэтому нажимают кнопку, а я, как человек древний, еще помню, как висели шнуры вдоль автобуса, которые надо было дергать. Я еще их застал, да? И водитель получает сообщение, каким образом. Зажигается у него табличка с надписью «Ацор». Именно с этим корнем. «Айн цади рейш». «Ацор» — это значит «останови», да? Так вот, слово «ацерет» — от слова «остановить». Так? Есть еще другой способ, правда, ну ладно. Остановить водителя? Или да, диким голосом орут «Неак». Я видел ситуацию, да, когда стоял репатриант, он, по-видимому, не очень понимал, он видел, что говорят «Неак». Он стоял и кричал «Неак». Было вообще похоже на ослиный рев, но неважно. Ну да, понятно, понятно. Окей. Да. Так, хорошо. Значит, «Ацерет» — это буквально, ну как сказать, задержка в хорошем смысле, да? Да. «Ацерет» и «ги». Обратите внимание, что вот это вот слово, да, нетипичное, тут стоит огласовка «хирик», «хирик катан» и буква «вав». Такое бывает в Танахе. Но читаем мы это именно как «ги», хотя вроде бы, если без огласовок смотреть, написано «гу». Так вот, это вот «ацерет». «Коль мелехет авуда», почему-то я выделил тут, а не раньше, хотя это было. «Лота асу не делайте», да. То есть вот этот праздник, который выпадает буквально на восьмой день Суккот, так, это отдельный праздник, который называется Ацерет, точнее Шемини Ацерет. То есть задержка, да, восьмого дня. Так, и он же в Израиле является Симхат Тора, а вне Израиля он длится два дня, поскольку удваиваются дни. И первый день, он так и называется Шемини Ацерет, а второй день носит отдельное название Симхат Тора. Так вот, никакой работы не делайте, то есть здесь тоже запрещена мелехет авуда, то же самое, что первый день Суккот, а в диаспоре первый и второй день, то есть почти та же самая мелаха, что и в субботу. Так, эле моадей Хашем, вот они, моадей Хашем, сроки Бога, ашер тикру отам, которые вы будете называть, тикре у, тот же самый корень, что у нас в слове микра, да, как вы будете их называть? Микроэй, кодеш, священные созывания, созывы, собрания. Так? Я снова вам напоминаю, что я вам поставил не весь отрывок, а только его конец. Перед этим перечисляются и другие праздники, начиная с шаббата. Туда входит и Рош Ходеш. Да? Вот. И они называются микроэй, кодеш. А теперь я снова возвращусь к слову «моэд», да, значит, слово «моэд» вообще-то означает «срок». И строго говоря, «моадим» – это не только праздники, но и, например, посты. Но поскольку из постов в Хумаше упоминается только Йом-Кипур, да, который, по сути, в общем-то, тоже является праздничным днем, таким специфическим, но праздничным, так? То слово «моэд» используется именно в значении праздников. Праздника. То есть, можно сказать, вот праздники Бога, которые вы будете называть священными собраниями. Да? Так. «Леакрив и шелашем» – приносить жертвы, приближать буквально жертвы. Здесь корень «коров», «куф», «рейш», «бет» – приближать. «Олла» – слово «олла» буквально означает «подниматься», да? То есть то, что поднимается. По-русски называется она жертвой всесожжения. Да? Она полностью, вся туша животного сжигается на жертвеннике, то есть буквально поднимается к Богу дымом. Да? Так, дальше. У минха. Слово минха в современном иврите вообще практически не используется, поэтому словарь нам первое дает значение. Значит, если вы посмотрите полностью словарную статью, вы увидите там еще и другое значение. Минхе – это тот, кто ведет какое-то, например, заседание. Да? Но вот слово минха все-таки словарь, несмотря на то, что словарь современный, дает значение приношение дар, а также так называется молитва, предвечерняя или дневная, которую читают до захода солнца. Так? В данном случае это жертвоприношение, которое называется минха. Дальше. Зевах. Что такое зевах? От
корня «зайн бет хэт», что означает «зарезать», «зарезать животное». Иногда используется в значении «убить человека», «зарезать его», но в основном это как жертвоприношение из животных. Да? «Унесахим» словом «несех» обозначается возлияние. Возлияние в основном вина. Вот. Но вы знаете, что в Суккот было еще дополнительное возлияние, возлияние воды, из-за которого, были конфликты в еврейском обществе примерно 2000 лет назад. «Двар йом бе-йомо», то есть «дело дня в день его», то есть каждому овощу свое время, что называется. Дальше. «Милвад», «милвад» – это значит «кроме». «Шабатот Хашем», то есть «суббот для Бога». «Умилват» и «кроме». «Матнотейхем». Кто-то узнает это слово? Я все-таки рассчитываю, что да. «Матана» – подарок? «Матана» – точно подарок. «Матана» имеет тот же корень, что и «Натан». «Матан», да, конечно. То есть да. Слово «Натан», да, совершенно верно. Так, чередование можем считать. «Умилват коль нидрейхем». Что такое «недер»? Обещание, обет, нет? Обет. Перед Йом-Кипуром непосредственно мы читали текст под названием «Кол нидрей» – «Все обеты», да? «Умилват коль нидвотейхем» – тот, кто не знает это слово, попробуйте найти корень. «Недава», да. «Недава» – что такое «недава»? Добровольное обещание, да? «Никто меня за язык не тянул, но я сам пообещал от щедрот своих там что-то там такое». Это может быть подарок, это может быть денежное приношение, неважно. «Ашер», который... «Митнадвим» – очень распространенное слово в Израиле. Израиль этим очень гордится. Волюнтарная деятельность. Вот «Митнадвим» – это те самые, которые добровольцы. Они всюду везде. Да. Куча организаций и за границей приезжают, участвуют. Вот они все называются «Митнадвим», а деятельность «Митнадвуд». Да-да-да. Да, как это по-русски называется? Волонтерная деятельность, добровольческая, не знаю, ну что-то типа... Да. Ну, волонтер, так это называется. А на русском иврите... Ну, это чистый русский язык, волонтер, ты же понимаешь. Да, ну, это не русский, это французский, по-моему. Ну, ладно, я так наехал чуть-чуть. Израильская... деятельность, если она осуществляется женщинами, то такие женщины-волонтерши называются на русском иврите как? Митнадевка. Митнадевочка. Митнадевка мы называли, Александр. Да. Митнадевочка все-таки ласка. Это наш сленг, да. Да. Дальше. Ашер титну, которые вы дадите. Что такое титну? Да? Это тот же корень, что в слове натан, но малоузнаваемый. Тем не менее, уверяю вас, Лашем, для Бога. Так? Давайте дальше. Ах, вот это вот слово ах. Я выписал его в словаре, оно, правда, позже, но оно будет. Только. Бахамишта асар йом лаходе шашви, 15-й день месяца 7-го, то есть тишрея, бе ас пе хем. Так, я всегда говорю тем, кто пытается изучать у меня иврит, да, первое, ищите корень. Второе, определяйте форму. Корень здесь кто мне определит? Мне кажется, алиф, нет. Алиф, вот это вот, забыла буква С и П. Да, алиф, вот. Самых и фей. Фей, да. Что такое асав, леэсов? Собирать. Собирать, он добавляет что-то. Добавлять, это йосеф, это корень близкий. Вот, а осев – это, например, коллекция, да? Беасавхем – то есть при том, что вы собираете, при собрании вашем, при том, что вы собираете чего? Эт твуат гаарец. Слово твуа означает урожай. То есть когда вы собираете урожай гаарец земли, так? На самом деле, значит, нет, скорее будет перевод, когда вы соберете. То есть по-русски есть такая форма, которая называется как? Кто мне скажет? Деепричастие.
что делая или что сделав. Они бывают совершенные и несовершенные, да. Так вот там, где «б» — это скорее причастие прошедшего времени, то есть сделавший, сделав, да, а не делая. То есть собрав урожай земли, да, «тахогу», здесь тот же корень, что в слове «хаг», празднуйте, «эт хаг ашем» — праздник Богу, «шив ад ямим» — семь дней. Так? То есть здесь праздник урожая, да, это что имеется в виду? Праздник, праздник Суккот. «Бьем харишон» — «шабатон». Слово «шабатон», как вы понимаете, происходит от слова «шабат», да. Но словарь дает, прежде всего, современное значение — то бишь, те, кому посчастливилось не просто преподавать, а делать это официально, каждый седьмой год получают возможность самосовершенствования, то есть найти какой-то курс и даже отправиться за границу, вот, чему-то новому научиться. На самом деле это очень мудро. Ну, будем надеяться, что это помогает. Так, увоем гашмини в день восьмой, шабатон, так? То есть первый день – это 15-е, да, 15-е тишей, а восьмой день – это, получается, 22-е тишей. Так? Улекахтем – и вы возьмете, лахем – возьмете себе, вот из этого слова «себе», которое, в общем-то, кажется излишним, да, следует определенная алаха. И возьмете себе, бейома решен в день первый, при эц адар. При – это плод, эц – дерево. Слово «гадар», так, известно многим жителям Израиля по выражению «мегудар», «мегадрин», то есть великолепный, прекрасный, самый лучший, да. Есть просто продукт кошерный, есть кошерный «мегадрин», то есть суперкошерный, кошерный по всем мнениям, так. Так вот, слово «гадар» – это значит прекрасный, великолепный. При «эцадар» – это буквально означает «плод дерево прекрасного». Да? В современном иврите, да, что это имеется в виду? Мы все понимаем под этим этрог. Этрог – это цитрус. Да? Он относится к цитрусовым. Так вот, по этой очевидной причине значит, цитрусы называются перот гадар. Да? Даже не такие великолепные, как этрог. Вот. Но есть и другое мнение, что слово гидра, да, каким-то образом произошло из иврита. Но не может же быть наоборот, правда? Да? Вот. А почему это важно? Потому что цитрусовые хорошо растут, когда их хорошо поливают. Итак, приецадар, плод дерева прекрасного. Дальше. Капот тмарим. Буквально, что такое капот? Давайте посмотрим в словаре. Я специально это выписал. Так, сейчас, минуточку. Так, что-то у меня... Значит, словарь пока не кончился, да, потому что он не весь влез в чат. Капот тмарим, буквально вот именно это выражение показывает словарь как устоявшийся. Капот тмарим, пальмовые ветви, да. Вообще-то слово каф, да, означает ладонь, а также ложка, а капит – это маленькая ложка, да. Обратите внимание, что здесь слово «капот» написано без буквы «вав», и отсюда делается вывод, что ветвь мы должны взять одну. Что такое тмарим, тамар? Это финик, а также финиковая пальма. Значит, пальмовую ветвь. Дальше. «Ве-анаф». «Анаф» – это просто ветвь, в том числе и не буквально, то есть отрасль промышленности, например. И ветвь «эц авот» – дерево, вот слово «аве» означает буквально «толстый, густой», но не в применении к человеку. Да? Ну, например, толстый может быть мех или плотная ткань. А в отношении дерева, получается, мы переводим это как «ветвь дерева густолиственного». Под этим мы понимаем, что дерево, которое называется гадас на иврите, а по-русски называется мирт. Миртовое дерево. Действительно, у него множество листочков. Листья сами небольшие, может быть, чуть крупнее ногтя.
но растут они достаточно густо. Так? Ве-ар-вей нахаль. Слово «эрев» имеет множество значений. Это и вечер, и смешивать, и араб, арабский. Вот. И, кроме того, есть еще одно значение, которое я хочу подчеркнуть. Это значит «приятный». Но здесь значение «арава» – это «ива». Это «ива» или по-русски называется еще «верба». Слово «нахаль» – это поток воды, ручей или речка. Так? Арвей нахаль, мы понимаем это как речные ивы. Так? Так? Если мне позволит время, я немножко расскажу о том, как вот эти вот четыре вида растений понимают сектанты иудеи, есть, оказывается, и такие, а именно самаритяне. Это интересно, но просто это не относится к нашей теме, поэтому давайте я отложу на потом. Вы мне напомните примерно минут за пять до конца нашего занятия. А пока мы вернемся к тексту. «Усмахтем» – «и будете вы веселиться». Значит, корень «самах», «симха» пишется, как ни странно, не через «самах», а через «син». Да? А название буквы «самых» пишется не через «син» и «хет», а через «самых» и «хав», что означает буквально «опираться на что-то». Да? «И будете веселиться лишь на Яшем, Элокейхем, перед Богом Всевышним вашим, Шиват Ямим, семь дней. Вехаготем, и будете праздновать их, Ото, его, Хаг Лашем, праздником для Бога, Шиват Ямим Башана, семь дней в году. Хукат Олам, слово Хок, означает закон, закон такой необъясняемый логически, так, то есть над логикой. Законом, да, законом вечным. Ле-доро-тейхем, от слова «дор». Ну, мы на иврите читаем справа налево, получается «дор», а слева направо получается «род». «Дор» по-русски – это «род». Ле-доро-тейхем, в роды ваши. Беходеша-швии, все в месяце седьмом. Тахогу, будете праздновать ото его. Ба-сукот-те-шву. В суках, в шалашах, в кущах. Будете сидеть, от слова «йошев». Но буквально слово «йошев» означает что? Жить, проживать. Да? Мы, читая пасхальную Агаду, обращаем внимание на то, что евреи пришли лагур, то есть жить временно в Мицраиме. Да? Противоположность от этого слова «йошев» означает сидеть постоянно, поселиться. Так вот, в суке мы должны не просто там зайти, да, а буквально жить, то есть то, что мы делаем в доме, да, нормальное мы должны в эти дни делать в суке. Значит, в суке вы должны жить тешву. Шиват ямим семь дней. Коль ха эзрах. Эзрах – это значит гражданин, ба-Исраэль. Но имеется в виду не только человек, получивший гражданство, да. Во времена Торы еще не было у нас таких данностей, как Теудат-Зеут. Даже Теудат-Оле не было. Так? Но имеется в виду, как израильтянин, как член общества Израилева, Исраэль, ешву басукот, будете сидеть, да, в кущах. Леман еду доротейхем, ради того, леман, такое хорошее слово, еду будут знать доротейхем ваши роды, ки басукот, что в кущах, гошавти. Тот же корень, что в слове «йошев». Так? Здесь у нас не видно буквы «ю», первой корневой, и здесь ее не видно. Это «биньян гифтиль», да? Который каузативен. То есть «я сделал так, что вы живете». «Я поселил», «я поместил». «Эт бне Исраэль, сынов Израиля». «Бего ци и», «когда я вывел их». Так? «Бего ци», «го ци». Это выводить. «О там их меэрец Мицраем из земли египетской». «Ани ашем лукейхам». «Я Всевышний Бог ваш». «Вайдабер муше эт муадей ашем эль бне Исраэль». «И говорил Моисей праздники Бога сынам Израилевым». Вот этот отрывок читали в первый, а в диаспоре и во второй день праздника Суккот. Вопросы к пройденному материалу? Угу. Следующий отрывок кажется нам достаточно большим,
но на самом деле он практически повторяется. Поэтому я надеюсь, что мы успеем его пройти. Значит, этот отрывок, кроме того, что читается в Торе во все, значит, каждый день праздника Суккот, вызывают в Торе как минимум 4 человек, как минимум потому, что в праздник и в субботу большее количество. Вот. И кроме того, в молитве Мусав, мы читаем тот же самый отрывок из вот этой главы, которая называется Пинхас, откуда мы берем мафтир на праздники, да, и откуда мы берем отрывки, чтобы читать их в Мусафе, в дополнительной молитве. Как, что именно читают, это сложная лоха, и я не ставлю своей задачей вас с ней ознакомить, но давайте почитаем непосредственно сам текст. Значит, так, вот отсюда. «Ведабер Ашем эль Моше леймор», и сказал Бог Моисею, говоря, «Дабер эль бне Исраэль, говори сынам Израиля, леймор», говоря, «Баха миша асар йом», в день 15-й, «Лаходе шашви», месяца 7-го за этого, «Хаг ха Суккот», праздник Суккот, «Шив ад ямим лашем», 7 дней Богу. «Бейом аришон микро кодеш», в день 1-й священное собрание, «Коль мелехет аводалал тасу», мы с вами разбирали, что это значит, никакой работы производительной не делайте. Так, «Шиват ямим такриву ише лашем», 7 дней приносите жертвы Богу. Значит, в главе Пинхас больше внимания уделяется именно жертвоприношениям, а поскольку молитва Мусав заменяет дополнительное жертвоприношение, которое тоже называлось Мусав, да, то отрывок взят отсюда. Так. «Байом хашмини», в день 8-й микрокодыш и елахем, священное собрание будет у вас, «викрафтем и шелашем», и приносите жертвы, сжигаемые Богу. «Ацерет и ацерет», мы с вами знаем, что такое. «Коль мелехет авода лотасу», никакой работы производительной, скажем так, не делайте. «Элемодеяшем», ну, мы видим, что во многом тексты повторяются. Вот, «сротив Бога», «ашер тикро там микро и кодеш», который будете вы называть священными собраниями, «леакрив и ше лашем», приносить жертвы, сжигаемые Богу, «Ола уминха», подождите, это я вам то читаю или не то читаю? Конечно, я вам не то читаю. Вот оно, Пинхас, извините, съехала. Так, «увыходишь», извините, «Охимша асар йом лаходеш ашви», 15-й день месяца 7-го, «микрокодеш елахем», будет у вас священное собрание, «кол мелахат тавадало тасу», никакой работы производительной не делайте, «ваха готам хаглашем», и будете праздновать праздник Богу. «Шив ад ямим», 7 дней. «Вги крафтем», и будете приносить «ола». «Ола» – это жертва всесожжения. «И ше» – сжигаемое, огнепалимое. «Реях нихуах». «Реях» – это запах. «Нихуах» – это приятный запах. Обычно переводит это «приятное», как это, обоняние, нет? Благоухание. Благоухание, да, точно. Обоняние – это чувство, а благоухание – это процесс. Приятное благоухание Богу. Так, какие жертвы? Парим бней бакар. Слово пар – теленок. Уточнено здесь, что это именно бен бакар из быков. А может быть слово пар, ну, в Талмуде рассматривается его значение, что это может быть и из другого скота. Шлоша асар, то есть 13. Эйлим от слова аяль, это бараны. Шнаим, 2 барана. Квасим, слово кевес, это овца. Мы знаем, что овца и баран – это одно животное, да? Но для домашних животных самец и самка не однокоренные слова используются. Значит, здесь это аяль, а это кевес. Бнейшана годовалых.
Арбаасар 14, тамимим. Слово тамим или слово там означает цельный, беспорочный. Игию будут. У минха там. И что такое минха? Приношение. Возношение. Да, возношение, правильно. Солет, слово солет. Ну, здесь мы переводим это мука тонкого помола. Да? Блула. Вот это слово я словарь выделил. Да? Корень здесь бет, ламет, ламет. Мы знаем это слово ле, ле балбель. Смущать. Легит балбель. Да? А также слово бавель. Вавилон. Да? Блула. Это смешанное. Ба шемен. С оливковым маслом. Шлоша эсроним. 0,3 исарон от слова эсер 10. Ла пар. На теленка. Ха эхад. Каждого одного. Ле шлоша асар парим. Для 13 вот этих. Извините. Пар это бычок. Бык. Да? Для 13 быков. Шне эсроним 0,2. Ла айль. На барана. Ха эхад. Одного. Лишней хаэлим для двух баранов. В исарон исарон. То есть повторение означает, что для каждого. И по десятой. Ла кемес хаэхад. На одну овцу. Ле арба асар швасим. На 14 овечек. У саир изим. Слово саир это козел. И еще это слово означает волосатый. Слово эз это коза. То есть козел из коз. Очевидно, что слово саир может означать не только козла, но и что-то другое. А вот здесь уточнение, что это должен быть самец именно козы. Эхад – один. Хатат – от слова хет. Хет – это грех, а хатат – это жертвоприношение. Грехочистительное, да? Грех. Точно, точно. Спасибо. Да. Милва, как мы знаем, кроме. Олат хатамид – то есть сжигаемого жертвы постоянный, так, минхата, то есть ее подношение, вениска. Слово несах нам знакомо, а вот вениска означает и возлияние ее. Да? Мы видим местоименный суффикс, который показывает на единственное число третьего лица женского рода. Возлияние ее. Кого ее? Посмотрите сами. Так? Ова йо машини. Тут идет практически тот же текст, да? С небольшими изменениями. И этот текст дальше повторяется на все дальнейшие дни. Начиная со второго дня и вплоть до последнего. Ну, последний восьмой, поскольку это уже другой праздник и другие жертвоприношения, если успеем, мы их разберем. Да? Ну, давайте посмотрим для примера. Йом шини. Ова йо машини. И в день второй. Парим бне вакар. Телят, извините, этих самых бычков, сыновей быков. Шнейм аса 12. Первый день у нас было 13. Эйлим шнаим 2 быка. 2, извините, барана. Квасим бне шана арба аса. Годовалых овечек 14. Тмимим, слово тмимим, совершенных, да, без порока. У минхатам и приношение их. Венискейхем и их возлияние. Ла парим ла элим велаквасим. На для быков, для баранов и для овец. Бе миспарам. По их, буквально по их числам. Так. Ка мишпат. Слово мишпат означает закон. То есть по закону. И сейрезим. У сейрезим и хад. И одного козла хатат, грехоочистительную жертву, милвад олат атамид, кроме сожжения постоянного, умин хата и возношение его, венискейхем. Вот здесь написано про возлияние во множественном числе и возлияние их. Во-первых, возлияние во множественном числе. Вот, во-вторых, написано не его, не ее, а их. Да? Значит, есть у нас три формы. Здесь мы видим вениска, здесь и далее мы видим венискеем. Дальше можете посмотреть сами. И, наконец, вот почему-то в день
6 написано «Унасахея» и «возлияния ее». Так? Что из этого следует, вы можете посмотреть по Аллахе. В частности, что здесь есть намек не только на возлияние, не только вина, о котором прямым текстом говорится, но и дополнительное возлияние, возлияние воды на жертвенник, которое совершалось именно в праздник Суккот и сопровождалось безудержным весельем. У Вайома Шви и так далее, тут тот же самый текст. Ну вот тут можно прочитать и про восьмой день. Восьмой день, он особенный, это уже не как Суккот, а что это? Бейом Ашмини в день восьмой. А церет, то есть задержание, тиелахем будет у вас. Коль мелех это вода асу, всякой работы производительной не делайте. В екрафтем ола и приносите жертву всесожжения. Ише огнепалимую. Реах нихоах, приятное благоухание. Лашем, Богу. Пар эхад, бычка одного. Айл эхад, одного барана, квасим бенейшана шива, годовалых овец семь, тмимим, без порока, мин хатам, приношение их, венискейем и возлияние их, на пар ла айл ла квасим, для на бычка, на барана и на овцу, кемис парам, как по их, как это называется, по их номерам, по их числам, камешпат по закону, усы ир хатат эхад и козла в грехочистительную жертву одного, милвад улата тамид умин хата вениска, это мы уже переводили, эле та асу лашем, этих делайте Богу, бе мо а дейхем в их сроки, левад, кроме ми нид рейхем, того, что вы обещали обетом, ве нид вотейхем, и того, что вы решили просто так дарить, ле олотейхем, ваши все сожжения, ул минхотейхем, и ваши, что такое минха, подарки, да, ве уле нискейхем, и их возлияние, ул шалмейхем, что такое шламим, жертва мирная, которая приносит мир между всеми частями народа, всеми людьми. Вайомер Моше эль бней Исраэль, и сказал Моисей сынам Израиля, кехоль ашер цивашем, все, как заповедал цива, тот же корень, что в слове мицва, заповедь, ашем эль Моше Моисею. Ну, у нас осталось несколько минут. Вот, я так увеличил темп, чтобы немножко рассказать вам о том, как важна устная Тора, как важна Аллаха. Мы с вами прочитали описание четырех видов растений. И мы с вами знаем, какие растения имеются в виду. Да? При Эцадар мы понимаем это как этрог. Капот тмарим, как пальмовую ветвь, не раскрывшуюся, мы называем ее лулав. Анаф эц авот, ветви дерева густолиственного, мы берем три веточки мирта, хадас, ве арвей нахаль, мы берем две веточки речной ивы, вербы. Так. Несколько лет назад я был на экскурсии, которую вел Ицхак Фишелевич. Не сочтите из рекламы, экскурсия была очень интересная, к самаритянам. Самаритяне – это народ, как мы считаем, не еврейского происхождения, но принявший иудаизм в такой особой форме. Они они считают себя потомками двух колен израилевых, каких именно, честно говоря, уже не помню. Их очень мало. Сейчас их, то есть на момент экскурсии несколько лет назад, их насчитывалось 620 человек. Живут они очень компактно. Вот. И есть интересная история, как получилось так, что они приняли иудаизм. Принять-то они его приняли, но они приняли только устную, только письменную, извините, Тору, и не приняли устное предание. Так? Возможно, наши священнослужители, которые были вынуждены подчиниться приказу нееврейской власти
царя. Сделали это умышленно, да, с тем, чтобы традиция у них явно отличалась. Но текст у них, я не скажу, что одинаковый, но очень похожий. Так. А прежде всего, как у них выглядит сука, выглядит она тоже совершенно иначе. Она находится в доме. Она выглядит как металлическая рама, которая подвешена на цепях к крюкам, которые в потолке. И вот эта рама густо украшена различными красивыми плодами. Это могут быть и троди. Я видел там апельсины, я видел там красивые перцы, я видел там даже большой фиолетовый баклажан. Вот, эта конструкция может быть размером, ну, по-моему, 4 на 4 метра. Вы можете найти по запросу сука или особенно сука у самаритян. Вот фотографии этой конструкции. Вот, я спросил экскурсовода, а почему сука находится в доме? Он ответил, на самом деле в тексте этого нет. Ведь если мы посмотрим, нет описания того, что такое сука. Мы привыкли, как выглядит сука у нас, но у них нет такой традиции. Да? Я не скажу, что мы делаем исключительно правильно. Мы делаем так согласно традиции, полученной устно Моисею с горы Синай и дошедшей до нас. Они эту традицию не получили, и слова они истолковали несколько иначе. Секунду. На самом деле... Можно одну секунду спросить? Да. Не углубляясь. Я так и не понимаю, если они делают дома, вся идея в том, что это не вдаваясь как бы, в параметры, но общий смысл, что это временное, правильно? Со всеми атрибутами как бы временности. Там крыша должна быть такая. На балконе ты можешь делать, и внутри дома тоже, правильно? Если он делает просто внутри салона, как это может быть временное? Ну, я не знаю, почему написано время? Где написано временно? В Торе этого слова нет. Написано. Ну, там сказано, что в пустыне жили, а в пустыне жили. Это было бы логично. Да, на самом деле, правильно, Бесукот. Ну, наверное, они могут сказать, а вот у нас временно висит вот эта рама, мы же ее не постоянно вешаем, мы ее скоро снимем. Всего на 7 дней. Слушайте дальше, будет еще интереснее. Окей. Я задал вопросы, а как они исполняют заповедь 4 растений? Ответ был таков. Они собирают их и закидывают туда, на эту раму. То есть они где-то там вот на этой раме лежат. А что это за растение? При Эцадар, да? Буквально, что это значит? Плод дерева прекрасного. Да. Они берут любой плод, который выглядит красиво. Логично. Да? Это может быть, например, яблоко или ананас. Да? Да. Дальше. Капат тмарим или капот тмарим. Здесь уже никак не истолкуешь. Иначе, да, пальмовые ветви. Ну а что, пальмы растут. Это несложно их добыть. Все самаритяне живут компактно, значит, либо около Шхема, либо есть еще община в городе Холон. Но все это Израиль, и пальмы растут везде. Дальше. Анаф эц авот. Это может быть любое дерево, у которого листья растут густо. Да? Почему? Здесь же не написано, что это именно Адас, мир. Пожалуйста. Любое дерево, у которого много листьев, да, которые растут так достаточно пушисто. А вот самое интересное арвей нахаль. Слово, вот это слово арава, да, мы берем арвей как производное слово арава, то есть так называется ива. Но этот же корень значит быть приятным. Где мы встречаем его в таком значении? Может быть, кто-то мне вспомнит, нет? А как? Еще раз, пожалуйста. Еще раз. Где слово, вот где этот корень айн, рейш, бет, означает быть приятным? Пускай народ скажет. Да. Если народ не скажет, я спрошу Натана. Но если Натан... Ну, ипотечное суд, да. Ребята, ипотечное суд. Ипотечное это называется, да? Такое слово дикое. Кто-то брал ипотечное суд, нет? Так ты думаешь, что слово аревим это что-то приятное? Ну, наверное, смотри, Коверим, изначальная идея была в том, что арвут это хороший. Но когда человек берет эту самую ипотечную суду, ему подписывают, берет этого арева, то для арева это, вообще говоря, такое занятие. Не очень приятно, да. Не супер, да. Хотя мы все подписывали друг другу 30 лет назад. Вот. Нет, я вам дам другой пример. Утром мы говорим «Вага арев нашим элукейну эт диврейту радхабефину». «Сделай приятными Всевышний Бог наш слова учения твоего в наших устах. Веха арев». То есть здесь этот корень
можно трактовать и как приятный. Да, что такое нахаль? Ну, протоки вод, ручей, река. Так вот, в качестве арвей нахаль они берут любое растение, которое чем-то нам приятно, и растет оно около воды. Любое растение, да, которое чем-то нам симпатично. Вот так, так сказать, вот эти слова, да, те же самые слова трактуются несколько иначе, даже сильно иначе. Я имел спор с одним товарищем, который еврей, который хочет соблюдать заповеди и считает, что он их соблюдает, но он понимает их несколько иначе. Например, ну ладно, не буду приводить примеры, да. Так вот, в качестве контрпримера я, как раз это дело было в Суккот, я привел ему как контрпример то, как самаритяне понимают те же самые слова. Он задумался, но все-таки остался при своем мнении. Ну вот такие мы толерантные товарищи. Значит, уважаемые граждане, я поставил вам чат до какого-то момента. Давайте посмотрим чат. Во-первых, не написали ли мне, не задали ли мне каких-то вопросов. Я не вижу такого, да? Что-то у меня не то получается. Вот, я тогда сделаю вот что. Значит, Натан, посмотри, да. Какие последние слова у меня в чате, когда я поставил словарь? У меня написано злаки. Один злаки, два ур. Ур не знаю. Ага. Тогда вот урожай. Так. Урожай, сейчас да. Я тогда просто дополню. Вот, и на этом мы, наверное, закончим, если, конечно, нет вопросов, да? Так, вообще сейчас. Довольно сложно, не знаю, надо спросить у народа, вообще, как бы... Тема непростая, конечно. Тема непростая, да, вот, как бы было бы правильно, если бы народ, мне кажется, более рьяно перебивал, говорил, вот это непонятно, это откуда. Да, как-то очень стеснительные у нас товарищи. Потому что иначе не очень понятно, что народ как бы понимает, что народ не понимает. Нет, сам язык-то вроде понять, но тема действительно сама по себе не важна. Да, вот эта терминология вся, которая была связана с жертвоприношениями, ну я уж промолчал, чтобы не влезать все время, но вот эта вот тема мусафа, это все тема дополнительной молитвы как бы мусаф. И там действительно как бы вся эта терминология, но она сложная. Ну, я просто не ставил себе задачу объяснить, что это такое. Да, что... конечно, 100%. Но вообще, по-моему, отлично, дико интересно, и мне в том числе, да, и мне кажется, что вот это наше занятие, это вполне как бы пролог к тому, что мы, как обычно, и в этот раз тоже, в Йом Шлиши, с Божьей помощью, Близат Ашем, да, вот у нас должно быть занятие, посвященное разбору аспектов Суккота. Ну, а вы должны... Я очень надеюсь на нашего Диму. Да, вы должны быть много... подкованы со страшной силой. Уже все на... Прекрасно. Правильно. Ну, значит, очень удачно получается, что сначала я даю вам материальную часть, а потом Дима дает вам духовную часть. Ну, уже вообще, она, так сказать... Да, идея была в том, что мы проводим, как бы, не как принято, недельный раздел, то есть тот, который будет читать, а мы как бы идем реверсом, а тот, который читал, говорит, что у людей уже есть какие-то переживания, ощущения, набранный материал, сука, сидели в суках, видели где-то, что-то слышали туда, все. Ну, не знаю, типа в теме. Да. Ну, вот еще посмотрите на... Да. На суку. Вот. Было бы наше занятие немножко пораньше, я показал бы вам закат и Иерусалимское небо. Вот да. 6 часов у нас тут наблюдался благополучно прямо из суки. Но и так хорошо. А можно вопрос, пожелание? Да, конечно. Я же правильно понимаю, что в субботу праздника Суккот читают Коэлет. Может, мы могли бы разобраться? Читали, да. Вот я хотела предложить тоже разобрать какую-то. Это было бы здорово. Да, давайте сделаем в следующий раз, давайте сделаем такую штуку. С одной стороны, напомните, мы предложим Раву Ильяу для того, чтобы он чуть-чуть какие-то слова оттуда, да? А можно Мейера, тоже Мейера Левина, попросить в следующий раз, а он открыт для всего, потому что он как бы ходящий книжный шкаф, и куда ни ткнешь, он тут же рассказывает, так если грубо сказать.
Можно попросить про Кайлит рассказать. Это тоже было бы весьма интересно. Ну, давайте так. Давайте, конечно, все мы не разберем, но какой-то отрывочек, если вы сможете сейчас назвать, какой именно. 100%. Отрывок, я думаю, какие-то общие слова, если можно, там, Эвеля Велим и так дальше. Просто что-то, что на слуху на самом деле. Ага. Ну, давайте, давайте. Окей. Давайте подберем. Угу. Вот, хорошая идея. Ладно, спасибо. Ну, хорошо, тогда еще на эту же тему завтра планируется занятие Йом-Шини, завтра планируется занятие урок Рава Йона Левина из его суки. Так что мы тему сук, вообще говоря, со страшным... Мы проходим по сукам. Да, а в Израиле, ну вот такой у нас местный жаргон вообще полуприличный, что захождение по чужим сукам 500 шекелей вообще говоря. Так что это тоже надо учитывать. Окей. Ну хорошо, это наша действительность. Это наша израильская действительность. Окей, на этом заканчиваем. Заканчиваем, да. Хорошо. Спасибо, спасибо большое. Всем счастливо. На здоровье, да, приходите еще, приводите новых людей. Окей. Сколько нас сегодня было, Натан? Вначале было 9. Ага, ну сейчас я вижу 7. Ну, тоже неплохо. 10, было, да, было. 10 было. А, слегка было. Таки, да, таки 10. Ага, ага, прекрасно. Ну, вот, да, замечательно, да. Был меня. Значит, уважаемые граждане, я снова повторяю свою просьбу. Если вам интересно не совсем то, что я даю, да, пожалуйста, мне заявляйте. Я способен, например, разобрать подробно, что такое им и от окончания множественного числа. Или показать вам, как определить корни в словах, или как пользоваться словарем, и так далее, и так далее. Вот, если вам, так сказать, нужно с самого начала с базиса, и с другой стороны, если там какие-то мои уходы в подробности, вот это стоит в такой-то форме, это в такой-то форме неинтересны, вот, а интересно что-то другое, пожалуйста, мы открыты для пожеланий. Вообще, я должен заметить, что занятие ивритом я как бы дико вам, ну, завидую и как бы поощряю. И вообще, мне кажется, это потрясающая вещь. Почему? Потому что, вспоминая нашу как бы, ну, не знаю, еврейское, сионистское прошлое. Самодеятельность. Да-да, вот, или, может быть, даже имеет смысл на самом деле когда-то что-то порассказывать. Почему? Потому что были некоторые опорные пункты деятельности, которые в процессе выяснились как то вот ключевые реперы возвращения людей и подключение, и говорите как угодно. И вот иврит это была одна из ключевых деятельностей, которая, может быть, даже центральная. Потому что очень многие нерелигиозные тоже все были объединены вокруг кружков иврита. Это была какая-то вещь, которая людям давала просто глоток, не знаю, кислорода, и открывала дверь во что-то настоящее, действительно реальное. Скажи, Натан, а с Кантерером у тебя есть связь? Смотри, я не вижу, потому что мы живем как бы в нескольких разных районах, но мы какие-то, да. Есть... А если вот ты его, ты ему предложишь или даже попросишь буквально минут на 10 в какой-то из возможных рамок рассказать... Да, его смотри, писать, да, технически он довольно трудно достижим, понимаешь, так это вот сложилось, что он трудно достижим просто по жизни. Поэтому, но Бесадр Гамур, окей, я учту, хорошо? Было бы замечательно, здорово. Да. Титан. У меня тут еще одна идея появилась, но, может быть, потом обсудим. Окей. Ладно, благодарю. Все, всего доброго, счастливо. До свидания, пока. Муадим Лесимха. Всем пока.